Иное измерение русской культуры. Мария Марковна Дубянская. Аккорды. Читает Евгений Бразер-Брушковский. Когда я вспомню о тебе, восторг нежданный сверкнет в душе, подобный вешнему лучу. И если больно мне, я радоваться стану, и всех, кто сделал зло, благословить хочу. Когда увижу я тебя в тиши, я радуюсь за молодость свою, и всеми звеньями своей души кому-то гимны мысленно пою. Когда услышу я тебя в восторге вдохновенья, ловя в чертах твоих лица, мне хочется упасть пред кем-то на колени и петь в порыве без конца, что мир велик, велик, не жалок и не тесен, что юность не прошла, и много будет снов, что много есть еще неспетых новых песен, и много есть еще невысказанных слов. Читано по изданию. Журнал «Пробуждение», 1916 год. Год издания 11, а выпуск 21. 1 ноября 1916 года.